ребята не закрывали, сейчас позакрывали. Скажи. А? Такие лавочки у нас тут. Ты-ды-дым. Блять, осень. Осень, осень. Всем привет. Всем привет. Идем домой. Мост скоро сделают. С кривыми заборами. Почему с кривыми? А оба тут не кривые, да, это волна. Ну, это забор. Посмотрим потом дело. Там кормят голубей. Уточки плавают. Птички. Вот почему не сделать вот здесь бы набережную с лавочками? Ладно, сейчас карантин, лавочки, но это, блин, ну... Красота же. А потому что никому не надо ничего. Это Октябрь со стороны речки. Со стороны речки. Ну, он большой, конечно, Октябрь. Голубое небо, как всегда. У нас, в кавычках. Смотрите, какой большой тополь. Какой большой тополь. Сзади тебя. Очередная пробка на мосту. Парджиникидзе. И вот там мы были возле моста. Тетеньки кормят утей. Мы без хлебушка сегодня. Но это прям очень мало их здесь. Все заброшенное. На том мосту мы сейчас были, обошли вот здесь эту штучку. Вот они, уточки, утюльки. Вот это Октябрь, вот этот вот мы были, там были, потом пошли вот так по мосту. Сейчас я тут немножечко пройдемся, поснимаю. Солнышко выглянуло, пытается выглядывать. Это вот зелень с той стороны, которая была. Красиво, конечно, зелень. А вон тот тополь большой. Вот. Да, вон тот тополь большой. Вон тот. Вон тот, вот он, вот тот, вот тот. Вот они, уточки. Слушай, у нас даже хлебушка нету. Голубь сидит, вот еще голубь гуляет. Молодничок, да? Молодничок. Хорошенькие. Ручные. Зимой прямо с рук едят большая часть. Видите, бегут. Их видел. Ой, смотри, сколько их. Такие лапоньки. Блин, ну как так без ничего? Мы не думали, что тут пойдем, поэтому... Извините нас, пожалуйста. Даже не посмотри, как забирается свободно. Смотрите, прям летят. Вон, он поднимается. Смотри, как напропал и там. И уклон ему ни почем. Даже не скажешь. А что пришли пустые-то? Где наша еда? Чтоб вода застал, ел. А, видите? Гуляют. Гули-гули гуляют. Эти мои маленькие, бозенькие. Какие вы хорошенькие. Шлотки. Вкусные, наверное. Сегодня, кстати, не сильно холодно, да, на улице? Вот они идут прям под ногами. Вот они. Ёжики. Голуби. Пешком прям. Тын-дры-дын-дры-дын-дры-дын.
Вот тут вот, чтобы не установить, вернее, чтобы не установить лавочки. Речка. А кому оно надо? Да никому оно не надо. Вон оно, видите? Тын-дын-дын. Вот они, уточки. Утюльки маленькие, еще молоднёк. Вот они гуляют. Гуляют. Вон, видите? Как по тротуару. Шумно, очень шумно мост. Она плохо слышно. Ну, прям с рук едят. Смотри, бегут, бегут. Пошли прямо с подкопным поворотом. Да, не так ударит. Вот такая вот у нас живность. Берег утрамбовывает. Да, балдеть. В центре города. Вот там? Щиплет. Напугали. Вот он, смотрите, красота. Везде. Ладно. Сейчас. Наверное, зайдем, хлебушку купим, принесем вам. Дальше. Вот там тоже кормят ути. А здесь ждем открытия моста. Вот такой весь мусор. Поди вывезут мусор-то. Не знаю. Посмотрим. Белый-белый голубь. Прям белый-белый. И красавчик. Тын-дры-дын. Чапа. Видите? Ой, господи, тут их вообще много. Красавцы. Прям кишат. Видите, прям кишат. Пойдем. Сегодня решили не кормить уточек. Завтра, на днях придем.